У некоторых преступлений нет срока давности. И даже через пару десятков лет преступник может понести наказание. В Тюмени задержали мужчину, которого разыскивали более 20 лет за совершение тяжкого преступления. В 1998 году злоумышленник совместно со своим знакомым, находясь на автодороге Кагалым-Сургут, напали на местного жителя и завладели личным имуществом потерпевшего, в результате чего ему был причинен крупный ущерб. В ходе расследования уголовного дела в 1999 году подозреваемый скрылся из города, после чего был объявлен в розыск. В ходе реализации комплекса поисковых мероприятий полицейские установили, что мужчина проживает в городе Тюмени. Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.